Нолик, у тебя спрашивает. Вика, а помнишь, мы изучали разные материалы? Да. Какие ты знаешь материалы? Можно у тебя спросить? Например, железо. Так, хорошо. Еще я знаю нитки. Так, я к тебе подготовил в этой шляпе много разных вещей. Сделай, пожалуйста, несколько кучек с одинаковыми с предметами. Из одинаковых материалов. Все. Так. Я уже нашла что-то. Я нашла вот это. Так, что это? Он из ниточек. Из ниточек. Хорошо. Это материал такой. А, нитки. Очень нужны. Нитки. Моя любимая вещь. О, у тебя сколько кучек? Посчитай. Да. Плюш. У меня... Я нашла деревянный еще вагончик. Так. Один. Два, три, четыре. Отлично. Похоже, все правильно идет. Ну, продолжай. Щенок и расческа. А причесывай мне волосы. Так что, Вики, что у нас получилось? Кучки. Рассказывай. Какие у нас кучки? Раз. Нитки. Два. Так. Два. Дерево. Три. Металл. Четыре. Хвостик. Пять. Глина. Великолепно. Кучки правильные. Ура. Молодец. Все молодец. Щенки молодец. А я вам пою песенку о щенят. Мажу гибель, котик, гаги, зумалка. Великолепно. Так. Но у нас что-то осталось. Что это? Я думаю, что это какой-то упругий предмет. А где же у нас упругие предметы могут лежать? Я думаю, там где резина. Правильно, котеночек. Резина упругий материал. Резина как утка. Да, ее нажмешь, и она обратно вернется, да? Да. Так, ну а что же со вторым предметом? Что это? Думаю, что бумага. Так, а еще делается бумага? А еще делается бумага? Из дерева. Вот видишь, все легко. Ты все правильно сделала, Вика, ты все помнишь. Понял, что забыл еще об одном материале? Какой? Какой? Тоже важный, тоже нужный. Он обычно прозрачный. Стекло? Правильно, папа забыл про стекло. Нужный материал? Да. Отлично. Ты же знаешь, что фиксики, они все чинят. Да. Но они особо умеют разбираться в электронике. Например, как я? Привет, Стоп. Я чиню. Стоп. И сегодня фиксики тебе подготовили особые знания. Ты сегодня соберешь первую свою электрическую схему. Что это? Электрическую схему. Ты знаешь, по проводам что у нас бегает? Кто у нас бегает по проводам? Электрончики. Это... Фиксики, это секретные друзья. Или проще, электричество. Электричество – это много-много электрончиков, которые бегут от плюса к минусу. Так, знаешь, где у нас значок плюса здесь нарисован? Правильно. А где у нас значок минуса? Правильно. А какие ты еще здесь узнаешь предметы? А что? Металл, провода и лампочки. Так, отлично. А что такое батарейки? Батарейки – это такие предметы, которые помогают всем работать. Так, батарейки – это такие элементы, которые, в которых хранится что? Электричество. Электричество.
А зачем нам нужно электричество? Это такой шкаф для электричества. Да. А зачем нам нужно электричество? А что? Чтобы очень хорошо работало. Чтобы работали электрические приборы. Какие ты знаешь электрический прибор? Я знаю несколько. Лампочки, микроволновки, духовки и еще... Какой твой самый любимый электрический предмет? На праздники. Гирлянды, да? Ну да, конечно же. Ну, по-моему, это не самый любимый твой предмет. Присядь, котеночек. Я думаю, это компьютер. Компьютер. Чтобы ты собрала первую свою электрическую схему, тебе понадобятся вот эти провода. Один провод и второй провод. Электрическая схема, которая зажигает нашу... Что? Лампочку. Когда к лампочке? Значит, тебе нужно подвести электричество к лампочке. А чем мы подводим электричество? Проводками, правильно. Значит, смотри, у нас электричество бежит от плюсика к минусику. Именно. Вот тебе отвертка. Смотри. Тебе нужно вставить проводок. Я вставлю все провода. И закрутить его. Смотри, вставляешь. В какую под сторону? Ко мне. К тебе. Это обратно. Давай, вот так. Крути, 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 сладенький. Когда перестанет крутиться, попробуем. Так, перестал, да? Попробуем. О, смотри, проводок потяни. Станет маршал. Потяни проводок. Он закрепился там? Потяни. Да. Ну, потяни его. Он держится там? Смотри, держится, да? Смотри, мы вот так сделали. Нет, не совсем так. Вот так. Вот так у нас электричество побежит. Вот так, так, так. А потом от плюсика к минусику. Пью. Супер? Да. Ну давай, подсоединяй. По схеме. Мы подсоединяем туда. И у нас электричество побежит от плюса к минусу. Крути, крути, сладенький, крути. Через нашу лампочку. Смотри, ты сама справилась? Ну, он двигается. Так, значит, надо открутить теперь. Слабенько закрутила. Засунуть его туда. И закрутить. Еще крути. Супер! Что же теперь надо сделать? Так. Ты не боишься, котенок? Это же электричество. Я никогда не боюсь. Хорошо, давай. Потому что я пожарный щеночек. Теперь начинается и эта стрелочка. Так, правильно ты все. Маршал, это пожарный щенок. Он не боится пожаров. И ни молнии не боится. Он никакого пожара и электроники не боится. Например, как гонщик. И райдер? Проверь. Правильно. Так, и куда последний? Викинко. Электроника, электричество не любит ошибок. Если ошибешься, может не заработать или все сломаться. Где... Я знаю. Ну куда? Где же? Ну где же у нас последнее отверстие и последняя стрелочка? Посмотри-ка. Ну, правильно. Идет к этому. Ну, как, где следующая стрелочка? Ты вот тут сейчас прикрутила. Где следующая стрелочка? Ну, прикручивай. Все верно. Не ошибка? Не ошибка. Залез? Да. Крути. Тебе ответ. Я не боюсь никакого пожара. Я ведь пожарный щенок. Это очень хорошо, когда работаешь с электричеством, а рядом пожарные. Правильно крутишь. Мы все правильно, похоже, собрали, котеночек. Потяни. Держится? Да. Потяни. Великолепно. Стоп. Викочка, мы же все собрали. Значит, у нас готово, да?
Попробуй-ка нажать кнопочку. Что это было? Что это было? Вика, ты собрала свою первую электрическую схему. Сколько тебе лет, котеночек? 5. В 5 лет? Ну дайте. Что-то у нас сломалось, да? Сломалось? Да. А почему это происходит? Потому что поводочков нету. Каждую вещь перед тем, как... Испытание. Правильно, ты все понимаешь сразу. Перед тем, как сделать, проводят испытания. Мы сейчас с тобой будем примерно то же самое делать. Мы будем испытывать на прочность. Если вещь ломается, значит, превышен предел прочности. Фиксики, наверное, поможут. Конечно, помогут. Фиксик, ной! Да. Значит, смотри, Викочка, у нас есть вот такая девчонка. Лента между двумя стульями, да? Видишь ленту? Вижу. И там собачки. Да, также. Я предлагаю испытать ее на прочность. Аккуратненько положи еще вот этот предмет в нашу корзину. Ой, какая вот чаша. Аккуратно, не бросай. Я бы положил чуть-чуть по-другому. Смотри, котеночек, наша лента такая прочная, что держит молоток и... Пассатижи, тяжелый молоток, тяжелый пассатижи. И не рвется, да? Как ты думаешь, если мы добавим вот этот ключ туда, она выдержит это? Попробуй. Не, не трогай. Держит, да? Да, а ты аккуратненько клади. Нет, нет, другой стороны. Другой стороны. Вот так. Клади. Эй, Вика, не надо так трогать ее. Все хорошо? Все хорошо. Так, смотри, а теперь папа положит вот этот огромный ключ еще сверху. Выдержит наша лента, как ты думаешь? Да. Ты смотри, она и это выдержала. Какая у нас прочная лента. Папа добавит еще два ключа. Нет, конструктор слишком легкий. Какая хорошая лента. Гриф от гантельки. Надо немножко освободить место. Снимай. Папа освободит место. Так, молодец. Хорошо держишь. Папа немножко освободит место. И? Это как фикси пелки. Смотри. Кладем еще. Нет. Что случилось? Превышен предел прочности. Наша ленточка порвалась. Нагрузка была слишком большая. И она порвалась. И все упало. Я так сильно боялась. А что это значит, котеночек? Мы провели испытания и знаем, что... Так много на такую ленту. Нельзя. Она порвется, потому что будет превышен предел прочности. Поняла? Мои щенята уже испугались. Зато они теперь знают, что существует предел прочности. Каждая вещь, машина, мячик, игрушка имеет свой предел прочности. Каждый материал.